Под рев моторов в Ленинградской области началось празднование Дня российского флага. Из Кингисеппа в Ивангород проехали байкеры во главе с Александром Дрозденко. Три цвета российского флага для меня олицетворяют эту чистоту. Это красный цвет, это цвет, кстати, православия, христианства. И не случайно на хоругвях был цвет. Ну и, конечно, синий цвет, это цвет душевных порывов, светлых и чистых. Областное торжество в честь главного государственного символа на этот раз решили провести в приграничном городе. По центральным улицам Ивангорода торжественно пронесли 30-метровый триколор. День флага России на западном рубеже страны собрал почти 5000 жителей области. Кульминацией праздника стал гигантский триколор на стене Ивангородской крепости. В Ивангороде на границе с Эстонией, по словам чиновников, это действие обретает особый смысл. 25-метровый национальный символ будет напоминать о величии России не только ее жителям, но и соседям. Он реет над западным форпостом нашей страны. И здесь государственный флаг приобретает особую значимость, особый смысл. Пусть все видят и помнят, что это наша земля, это наша страна, и здесь будет мир и благополучие. Сегодня в Ленинградской области родилась новая традиция. Теперь каждое празднование Дня флага Российской Федерации трехцветные полотнища будут разворачивать по очереди во всех крепостях региона. Александр Иванов, Кирилл Титов. Последние известия. Кингисеппский район.